Всем здорово! Ноль шансов. За 6 месяцев до. Все любят улыбаться. Улыбка снижает уровень стресса. 99,7 людей считают ее очень приятной. Не знаю, блять. Кто вообще считает... Сейчас я уберу вебку. Кто вообще считает улыбку приятной? У вас нет такого, что если вы идете по улице, и там чел навстречу вам, ну, что-то идет улыбается, ты думаешь, что он над тобой ржет, блядь. То есть ты такой, ну, чел идет улыбается, ты думаешь, че улыбаешься, сука? Че тебе, блядь, че весело, нахуй? Ну, то есть, хуй знает. Выборы президента. Новый президент очень мрачный человек, который никогда не улыбается. Да и хуй с ним. Задача президента не улыбаться, а делать работу. Блядь. А, улыбаться становится незаконно. В один день эта новость появляется в всех газетах и на всех каналах. Пиздец, ну и бред. Спустя 5 секунд вы очень громко пукаете. Чего, блядь? Ой. Я не смеялся. Блядь. Блярший. Звук полицейской сирены снаружи. Блядь, это пересказ моего вчерашнего дня? Чуть за хуйня? Его услышали, окна ж закрыты, бля. Вашего брата арестовали. Блядь, что происходит? Бля, подожди! Это история от лица моего старшего брата? Я же младший брат. Ебать, что за хуйня? ОМОН выбивает вашу входную дверь, валит мальчика на пол. Я даже боюсь представить, для чего. Ах ты сука. Алиса и Сири шпион. Алиса, ты шпион? Скорее гуманоид. Алиса, что будет, если я улыбнусь? Обижусь сильно-сильно. А ты меня убьешь? Нет настроения говорить об этом. Алиса, ты шлюха. Мне больно это слышать. Дырявая. Алиса. Блядь, все, иди нахуй. Да заткнись! Внедрение смертной казни. Согласно новостным каналам, за смех и улыбки могут убить. Блядь, че... Так вы прикиньте, чат, это же вы постоянно угораете. У меня же чат самый, блядь, достаточно пукнуть, они уже ржут. Бля, чат, вам пизда. Ну и мне тоже, на самом деле. Уничтожение Моны Лизы. Все картины, на которых люди улыбаются, считаются неприемлемыми. Считаются неприемлемыми. Все картины, на которых люди улыбаются, считаются неприемлемыми. Блять, неприемлемыми. Ты что, ебанат, блять? Вы идете на свидание, вы пытаетесь отвлечься от происходящего и решаете сходить на свидание. Ебать, блядь, гениально. И ничего, что когда ты смотришь на то, что тебе нравится, то улыбаться начинаешь, идиот, блядь. А, вы заклеиваете рот скотчем, понятно. Невыносимое чувство неловкости. Каким образом вы собираетесь общаться с ней заклеенным ртом? Хуй себе заклей, дебил. Ха! Блядь. За что ты меня нахуй послал? Вот пойду и шефу пожалуюсь. Не надо, блин, дай мне лучше денег. Она ходит в туалет и не возвращается. У нее наверняка расстройство желудка. Блять. Люди отдаляются друг от друга. Если упустить все счастливые моменты из отношений, останется немного хорошего. Бля, я даже не могу представить себе в башке, как бы работал тот факт, что ты не улыбаешься. Как бы это работало вообще? Вот, то есть, прикиньте, вот я... Вот, допустим, я веду стрим, да? С вечно серьезным ебальником. Вообще без этого, без улыбки. Блять, ну это стримы Хесса. Не, это я так не хочу, блять. Грустные пранки. Пранкеры начинают крыть матом прохожих, прикрываясь тем, что это пранк. Блять, я так живу вообще. Комик серийный убийца. Ебать! Бля, прикиньте, в натуре ты же можешь шутить и самому не смеяться, и все будут смеяться и умирать. Пиздец, вот это ёбнешься. Усыпление собак. За что? Пластическая хирургия. Многие люди решаются на удаление мышц, отвечающих за улыбку. А, это придется удалить 18 мышц или 26. Сколько там? Сейчас. Сколько... Блять. Сколько мышц отвечает за улыбку? 10! Ебать, пиздец! Это можно рот нахуй вырезать. Ношение пугающей одежды. Люди начинают носить темную маску и пугающие маски. Блять. В некоторых странах что, улыбки запретили? Правительству мало несчастья. Чё, блядь? Не понял. В смысле? В смысле спустя неделю? Спустя 2 года. Блядь.
не, нормально. Гайс, вот вы просто улыбались. Ваши браслеты, они просто взорвались все. Они просто взорвались, потому что вы улыбались слишком много, не надо было. Отовсюду слышны взрывы, блядь. Осуждаю. Вы прячетесь в бункере соседа. Над ним годами смеялся весь район, а кто теперь в дураках? А если у соседа нет бункера, что мне делать? Он приветствует вас, поднимая палец вверх. Вы не можете улыбнуться, иначе вы умрете. Что за бред, блядь? Лучший способ выжить — не создавать шума. Да схуяли, можно просто разговаривать. Зачем смеяться, блядь? Можно просто говорить, типа, охо-хо, блядь, мы умрем, типа, ну или мы выживем. Что за хуйня? Ха-ха-ха! Блядь. Вы учитесь языку жестов. До этого языком жестов владел всего 1% людей. 90% жителей страны мертвы. Пиздец, чё? Бля, реально одна ебаная улыбка так повлияет на этот? Ж пиздец. Почти все лежит в руинах. Блять, это у тебя точно про улыбку? Чё за хуйня, блять? Осуждаю. Блять. Бро, у меня выпуск новый. Сейчас. Ну, в смысле, по видео. Вы находите группу несчастных. Эта компания людей спокойно относится к произошедшему. Они теряют веру. Улыбка может быть связана... Вера — это моя тетя вообще-то. Охуенно. Правительство награждает выживших. За что, блять? Массовая депрессия. Ой, не, о нет, блядь. Прикиньте, сколько бы людей со мной конфликт бы имело. Ладно, блядь, не смешно. Ладно. Извиняюсь. Изобретение заморозки для лица. Лицевой паралич — единственный способ для улыбчивых стать своим. Бля, ну это отстойно. Прикиньте, безэмоциональное занятие любовью. Ты даже улыбнуться не можешь, пока трахаешься. Пиздец, как я буду жить без улыбки Дрейка? Мне такое не нравится. Блядь. Пожалуйста. Ха-ха-ха, бибигуль! Блять, поколение безразличных детей. Дети больше не плачут. Такого не бывает, это обычная реакция организма. Что за хуйня? Население быстро растет. Схуяли! Понятно, то есть из-за улыбок мы... Блять. Там строго тебя косплеят? Не понял, блять. Ну-ка давай, показывай, что там делаешь. Ха! Ёбаный он, бля! Ну чё, всё подобрал, бля! Я бы, кстати, я бы не советовал Гайку, ну, просить тебя красить. Она сейчас тебе уксусом всё ебало обольёт, бро. Бро! Даша, если чё, красками акварельными красить нельзя. Если что, реально, чтоб ты знала, так нельзя делать. Ха-ха-ха! Блядь. Вы начинаете что-то подозревать. Ебать, спустя год, что ж произошло, блядь? Новые люди в вашем городе, кто это? А, они не носят браслетов. Ну, конечно, потому что они с другой стороны. И они сразу улыбаются все спустя год, прикинь. Один из политиков решает рассказать все именно тогда, когда никто не ждал. А я, знаете, что не могу понять? А когда мне ждать мои, блядь, 10 тысяч рублей? А? Не вижу, блядь. А, потому что я браслет не забрал. Ну вот, видите, поэтому люди без раз... Вот, гайс, вы из-за меня выжили, блядь, алло. Вы из-за меня выжили, потому что я браслет не забрал. Потому что я безответственный. Хуй. Внедрение инопланетян. С какого хуя? Откуда они взялись, блядь? Вы забываете, кто человек. Отсутствие эмоций способствует полному внедрению пришельцев. Какого хуя? Откуда они взялись, блядь? Просто взяли и появились? Что за бред? Какой-то бред. Ха, я пришелец. Да, о!